Привет. Нашел немножко электроники. В шкафу. Какая-то плата валялась. Так, ламели. Походу палладиевые, потому что цвет такой интересный. Микросхем 24 штуки. Одну уже выпаял, одну раскусил. Такие золотые. Позолоченные воды в них идут. Ладно, пригодится. А это вот такой старинный телефон. Не знаю, что в нем. Трубки нету. Здесь трубка подходила. Здесь крутилка была, заводилка телефона. Тоже что-то заклинило. Такой вот корпус. Ничего особо не написано. Верхняя панель, индуктор тут что-то. И все. Звонок. Обозначение здесь было, видимо, стерто. Такая надпись, тут по окончании работает и так далее. Это подвеска. Сейчас раскручу его и посмотрим, что там внутри. Может, там золото? Ящик довольно-таки добротный. Все, у нас. Приступаю к раскрутке. Сердин туф. Пробуем вытащить. Ага. В принципе, вытаскивается уже. Пошло железо. Выпрыгнуло железо. Так, пластмасса пошла. Отделяем провода. Тут как-то все вот так выглядит. Ну, пока ничего интересного. Три трансформатора, звонок. И динамо-машина, которая... Она вроде раньше работала, что-то приклинила ее. Кондеры там стоят. Еще какой-то модуль. Ну, сейчас раскручу дальше и посмотрим. Вот она вытащилась. В принципе, коробочка такая, ничего. С таким замочком. Можно в ней какие-нибудь платы хранить там сюда. А тут у нас что? Такая плата. Тяжелая, кстати. Это динамо машина очень тяжелая. Вот она. Или что это? Почему-то не вращается. Она вроде должна крутиться. Тут шестерня, привод. Тут какие-то конденсаторы. Интересно. Сейчас разберу. Разберу, или они отпаиваются. Так их и не разобрать, скорее всего. Тут припаяно все. Ну ладно, сейчас попробую дальше разобрать. Ну вот, раскидал я его. Ничего интересного особо не было. Три трансформаторика маленьких. Ничего не стоят. Так себе медь. Динамку разобрал, что там ротор, статор. Такая вот. Прибамбас. Алюминька. К50 тронатит. Конденсаторы 76 года выпуска. Диодик и транзистор без позолоты. Еще какие-то кондеры МБМ. Название. 76 тоже года выпуска. Старинная. Оказывается, вот это... Или какого года? Да, 76 года. Вот, и колобаха, вот это я не знаю, что такое, маркировки тут не видно, потому что приклейка намертво приклеена. Посеребренные штырьки выходят, 6 штук. Вот это я не знаю, что такое. Может быть, разберу потом. Вот такой вот телефон. Все это пойдет на металло, это в чермет. Ну, там еще коробочка была, в ней контакты. Туда пока бросил к этим кондюрам бестолковым. Короче, контакты серебряные. Я просто на газу взял, расплавил. Вот оно, серебро плавится спокойно. Контакт был круглый, сплавился вместе с латунью. Так что ничего интересного в этом телефоне нет. 3 килограмма металлома просто. Все. Еще какая-то штучка. Ну вот и, наверное, вообще ничего нет. Такой вот обзор.